В Новосибирск приехал Юрий Башмет. Выдающийся альтист стал участником Белого фестиваля. В эти минуты в зале имени Каца идет концерт. Среди зрителей наш корреспондент Алексей Кудинов. И он готов рассказать, что играют сегодня музыканты. Добрый вечер, Александр. Ну, начнем с того, что Юрий Башмет вместе с ансамблем «Солисты Москвы» в этом году уже выступал здесь, на этой филармонической сцене весной в рамках Транссибирского арт-фестиваля. И тогда он вместе с актером Евгением Мироновым представил спектакль-концерт по письмам Ван Гога к брату. И вот музыка звучала в основном классическая. Брамс, Бетховен, Малер. Но были и композиторы 20 и 21 века, например, Шнитке или Кузьма Бодров. Так вот, последние звучат и сегодня. И вот вся программа основана на творчестве композиторов, живших во второй половине 20 века, ну или работающих сегодня. Мы попросили маэстро немного представить эту музыку, которую публика, ну, наверное, никогда вживую не слышала. Бодров, конечно, это очень яркая, смелая, дерзкая, я бы сказал, штука получилась, которая уже весь мир объехала. И в нашем случае особенно это работает, в нашем, я имею в виду, солистами Москвы, особенно работает ярко, потому что по одному встают скрипачи из группы первых скрипок и играют оригинальную тему всем известных концертов. Темы там есть и Чайковский, Бетховен, Брамс, Берг, Прокофьев. Пять. И как раз пять человек играют в группе. Вот они без паузы по очереди встают и демонстрируют эту тему, а красной нитью проходит знаменитая тема 24-го каприса Паганини. Вот еще в программе сегодня звучит «Шнитке» в переложении Юрия Башмета, который он делал для своего инструмента. Как известно, Юрий Башмет – альтист и очень много сделал для развития вот именно этого инструмента и переиграл огромное количество музыки для альта, изначально не предназначавшейся. Так вот он вместе со «Шнитке», согласуя с ним какие-то свои решения, делал переложения. И вот одно из произведений сегодня также в программе. Ну и добавлю, что вот солисты Москвы в этом году празднуют свое 30-летие, и коллектив вместе с Юрием Башметом находится в большом туре сейчас по городам Сибири. Очень плотный график. И плотный график здесь, в Новосибирске, на Белом фестивале. Вчера он открылся, квартет «Бордина» публика. Услышу вот сегодня Юрия Башмета и завтра концерты. И достаточно плотная программа, так что будем продолжать знакомить нашу публику с Белым фестивалем и с теми гостями, которые сюда, в Новосибирск, приезжают. Александр. Спасибо. Алексей Кудинов о концерте Юрия Башмета в рамках Белого фестиваля Новосибирской филармонии.